Всем огромный привет! Меня зовут Янушевский Артем, я предприниматель, интернет-маркетолог, автор книги «Автоматизированная воронка продаж» и автор курса Network Marketing Pro 2.0. Добро пожаловать в данное видео, в котором я хочу показать одну из методик, как вы сможете привлекать новых клиентов либо партнеров в ваш бизнес, используя социальную сеть Instagram. Почему именно Instagram? Instagram на сегодняшний день является трендовой платформой, и очень глупо не воспользоваться данной возможностью для того, чтобы масштабировать свой бизнес. Перейдем к основным моментам. Изначально вам необходимо понять, кто ваш аватар. Как только вы корректно определите аватар клиента, вы сможете проделать последующие действия. Но если вы некорректно определите аватар и направите трафик на ваш профиль в Instagram, вы сольете бюджет и не получите ни одной заявки на консультацию, так как трафик будет нецелевым. Приветствую, на связи Янушевский Артем. Я вижу, что вас интересует, как можно привлечь новых партнеров в первую линию, и у меня для вас есть подарок. Прямо сейчас вы сможете скачать 4 актуальные методики привлечения партнеров с помощью интернет. Я помню, когда я только начинал данный бизнес, я использовал стандартную схему. Это список, звонок, встреча. Но все изменилось в тот момент, когда я начал использовать интернет-маркетинг. Поэтому прямо сейчас ныряйте по ссылочке ниже под видео и будьте готовы вывести ваш бизнес на кардинально новый уровень предпринимательства. Ну а сейчас продолжите просмотр данного видео. Поехали! Но в момент, когда вы корректно определите аватар клиента, вам необходимо заняться упаковкой вашего профиля в Instagram. Что в себя включает упаковка? Это наличие привлекательной аватарки, наличие корректного описания, наличие оффера и в целом контента. Как только вы упакуете свой профиль, вам необходимо направить трафик на вашу страницу в Instagram. И здесь сработает свой-чужой. Людям, которым будет откликаться ваш оффер и контент, они обратятся к вам, и вы получите заявки на консультацию. Далее взаимодействуйте с данной аудиторией и рекрутируйте в свою сетевую компанию, получая партнеров. Те люди, которые не оставят свои заявки, вам далее необходимо с ними взаимодействовать, используя контент-маркетинг, вовлекая на консультацию. Также каждый подписчик вашей страницы в Instagram получит автосообщение в директ, что будет служить очередным касанием с вашей целевой аудиторией. Здесь вы можете их вовлекать на ваши другие ресурсы, где вы формируете базу подписчиков и далее с ней взаимодействуете. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Обязательно используйте данную механику. Ну что ж, комментируем, ставим лайки, подписываемся на канал и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. С вами был Янушевский Артем. Увидимся и до новых встреч. Пока-пока!